Пошли, сыночек. Куда мы пришли? Куда мы пришли? Ну, заходи. Давай, давай. Че стесняешься? Заходи. Друзья, всем привет. Хочу сейчас выложить несколько сториз о некоторых аккаунтах, которые меня ну так, сука, бесят. Я сейчас выложу и расскажу, в чем суть. В общем, есть всякие говноаккаунты, есть всякие говнопродукты, которые, пользуясь тем, что я похудел, выкладывают у себя посты, якобы я на их говнопродуктах похудел. Вот все это хуйня. Я вам сейчас, я сейчас выложу ряд этих продуктов, ни в коем случае их не берите. Это мошенники, это аферисты, это, в общем, люди, которые обманывают людей. Продукция – это говно, на этом я не худел никогда. Более того, я никогда не писал никаких отзывов о всяких там блэк, там латте, каких-то кофе, горчибау или еще во всяком говне я никогда не рассказывал, я на этом говне никогда не худел. Один из постов, смотрите сейчас, один из продуктов, смотрите, сейчас выложу скрин.